Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. 3,5 месяца прошло с того момента, как мы сварили альпийский сыр Томми. Вот теперь он такой. Причем, как он вызревал, друзья. Видите, он сейчас такой корочки из плесени. Она была и розовая, и коричневая. Это было нечто. Я наблюдал за этим процессом. Какие-то пятна вырастали, там желтые. Ну, в общем, целая симфония была. Это была симфония сыра. Хочу сейчас провести дегустацию и показать, что у нас получилось через 3,5 месяца вызревания. Но в первую очередь хочу вам показать головку крупным планом. Смотрите, как интересно все это выглядит. Вот такой вот у нас том вырос. Ну что, давайте резать. Естественно, плесень это несъедобная, поэтому в первую очередь хочу ее срезать. Так, вот его вскроем. Не получается, я смотрел, как это делают настоящие сыровары на огромной головке. Таким ловким движением ножа. Ой, какая там красота. Боюсь, друзья, все испортить. Но волков боятся в лес не ходить. Еще чуть-чуть, дорогой, не сопротивляйся. Опа! Даже много срезал. Слушайте, это божественно, он так пахнет. Я думаю, что это будет номинант на лучший сыр из всех, которые мы сварили за свою карьеру. Чего-то мне так кажется. Делаем так. Очень классно вызрел сыр. Вообще срез. Сейчас покажу срез крупным планом. Не могу удержаться просто. Полюбуйтесь, какая красота, какая структура божественная у этого сыра. Вообще, он просто идеальный. Я очень жалею, что мы не сварили большую головку. Но хотя Томми делается. Томми, в переводе там с какого-то, где он находится, по-моему, во Франции, да? Ну, в общем, означает кусочек. Они делаются маленькие, эти сырочки. Вообще прелесть. Ну что, друзья, отрежу кусочек Тома. Консистенция сыра просто волшебная. Просто волшебная. Срезаем корочку, так как она несъедобная. Не забывайте этого делать. Слушайте, ну аромат я реально не ожидал. Я просто не ожидал. Вот у него такой вид этот внешний. Я смотрел, думал, ну что ж там получится. Причем, ну, эта плесень очень странная. Мы ее вообще не обрабатывали же, и она совершенно не пахнет плесенью. То есть она какая-то интересная. А это, конечно, нечто. Настолько глубокий, вот глубокий, нежнейший аромат у сыра. Ну, это просто фантастика. А вкус... Вот это да! Блин, действительно, это number one из всего, что мы сделали. Мы первый раз варили том, но это, слушайте, немножко похож на Рокфор, немножко похож на Бри. Я даже не знаю, это вообще фонтан вкуса. Блин, какой сыр. Друзья, это просто успех. Это реально успех. И на камембер немножко похож. Он потрясающий. Причем консистенция у сыра, как он вызрел. Такое послевкусие богатое. Но нет слов. В общем, сыр крутой. С удовольствием вам представляем нашу дегустацию. Если вы не видели рецепт, но хотите его сделать, посмотрели дегустацию, ссылка будет и в описании видео, и в конечной заставке в углу экрана. А, не в этом углу экрана. Я не помню, или в этом углу экрана, неважно. Сыр потрясающий, друзья. Попробуйте, сделайте его. Но, во-первых, ни в Украине, ни в России такой сыр не купишь.
У нас обычно там большие сыры голландской группы продаются, швейцарские сыры. Вот такие вот сыры, которые... альпийские сыры, которые делаются маленькими порциями, они продаются в основном на локальных рынках. Но вкус меня просто разорвал только что в клочки. Это, ну, действительно нереально вкусно, просто нереально. У него настолько богатый вкус у этого тома. Ну вот, можете посмотреть все дегустации сыров, которые я проводил на нашем канале. Таких эмоций у меня не было еще ни разу, честно. Ну, я просто в восторге от результата. Поэтому рецепт приготовления смотрим в описании. Если есть какие-то вопросы в комментариях, пожалуйста, задавайте вопросы. С удовольствием на все вопросы мы с Ларисой отвечаем. Естественно, колокольчик там нажимаете, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы их делаем достаточно часто. Стараемся 4-5 видео в неделю для вас снимать. Сырочек. Сырочек — это просто бомба. Какая у него структура, но какой у него вкус богатейший. Я не могу успокоиться. Простите меня за мой словесный понос, пожалуйста. В общем, подписывайтесь на канал. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока.